Всем привет! Кто смотрит мой канал Яковлев Лайф, хочу вас попросить еще рекомендовали мой канал для просмотра своим друзьям, близким, делали репосты в соцсети. В общем, ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, делайте репосты в соцсети. Что еще могу вам сказать? Подписываемся на меня в соцсети, ВКонтакте, Телеграме, Яндекс.Дзен. В общем, ребят, не буду вас томить. Погнали смотреть видео. Салона говорит, что они не продают такие карточки. Другой представитель салона говорит, что продают такие карточки. Здравствуйте. Вот мы уже целый час ждем сотрудников ГИБДД по улице Коржановского, дом 15, корпус 2. А вы зачем снимаете? Снимаю девочек, а я фиксирую. Я фиксирую. Кто вы такой? Гражданин. Они говорят, один представитель салона говорит, что они не продают такие карточки. Другой представитель салона говорит, что продают такие карточки, ознакомить с этими карточками. И кто консультировал клиента, и кто непосредственно продал эту карточку с автомобилем клиента, они также отказываются. А клиент где? Здесь представитель клиента, здесь тоже, да, с нами. Прошу, ожидайте, сейчас приеду. Спасибо. О. Здравствуйте, начальник смены службы 02, полиция Почкарева, чем могу помочь? Здравствуйте, я вызывали полчаса назад сотрудников ГИБДД на Коржановской, дом 15, корпус 2, автосалон Kia. Есть ваша заявка по дорогам, ждите. Через сколько? Передайте. Время выезда можно назвать у Чижурного района 573-15, пожалуйста. 573, что? 573 еще раз. 57-15. 57-15, да? Да. Спасибо. Пожалуйста. Круг замкнулся. Невское управление Волков, дежурный. Да? Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, ГИБДД вызывали на Коржановского 15, корпус 2. ГИБДД не приехал. Коржановского 15, сейчас по дорогам. Поторопим. Новое какое-то выражение. Да, поторопим сейчас. На улице маска будет? На улице надо маску. Блин, ну сейчас зайдем. Зайдем, Здравствуйте, вот мы уже целый час ждем сотрудников ГИБДД по улице Коржановского, дом 15, корпус 2, автосалон Kia. Угу. Ага. Слушай, вы хотите жалобу поставить? Ну, как бы, давайте жалобу на бездействие сотрудников ГИБДД, может быстрее приедут? Фамилия ваша Яковлев? Все верно. Хорошо, передадим жалобу. Спасибо. Произошло соединение со службой экстренного вызова полиции 02. Обратите внимание, все разговоры записываются.
Здравствуйте. Вот я вызывали сотрудников ГИБДД по улице Крыжановского, дом 15, корпус 2, автосалон Kia. Массовая парковка на тротуаре, особенно на остановке. Вот. Моими глазами были запечатлены сотрудники ГИБДД, которые просто взяли и проехали автосалон и уехали. Так это, может, сотрудники не на эту заявку ехали? А на какую они ехали тогда? Может, на какую-то другую? А сколько мне можно ждать сотрудников ГИБДД? У нас вообще сотрудники полиции служат или не служат? Сотрудники направлены, по времени сориентировать не могу. Мы экстренная служба вызова полиции. Экстренная служба, я экстренно вызвал вас. А вы где? Уже полтора часа прошло. Вы издеваетесь, что ли? Сотрудники полиции. Вы честно, вы издеваетесь над гражданами Российской Федерации. Сколько мне еще оставлять этих заявок? Привет, начальник. Сотрудники направлены, подъедут. Я буду ждать. Это 112, это девочка. Здравствуйте, а вы по вызову? На Крыжановского, дом 15, да, корпус 2? Нет. Да. Так он и там. Крыжановского, дом 15. Конечно, вы проехали. Мне на 15 вызывали. 15, корпус 2. А вы зачем снимаете? Снимаю девочек, а я фиксирую. Я фиксирую. Кто вы такой? Гражданин. Вроде из плоти и костей состою. Вроде из плоти и костей состою. Где? Кто? Дом где? Куда вызывали? Крыжановского, дом 15, да. Корпус 2? Да. Ну вот там. Автосалон Kia. Здесь я Kia не вижу. Вообще. Мне не говорили ничего про Kia. Ну, куда... тогда перезвоните в дежурку, вызвали, уточните. Если они глухие и в уши там долбятся, не чистят их. Я вожу на автосалон Kia. Заявка была туда. О, 37-87, 78 регион. Здравствуйте. Можно к вам обратиться с заявлением? О, эвакуатор? Наш, да? Нет, это не наш, это их собственный. А что сейчас происходит? Граждане снимают? Сейчас, подожди, очень интересно. Автомобиль снимают? Автомобиль. Вот еще сотрудник ГИБДД. Можно вас это попросить зафиксировать госзнак, который расположен сейчас, для ГОСТа? Ну, пускай все в порядку делать. А тут вот еще один есть если сотрудник. Если что-то останется, мы на Ну вот я посмотрел по кадастру, да, по Санкт-Петербургу, здесь тротуар, вот здесь проходит тротуар. Там вот остановка, вон она находится. Игорь! Сразу. А где знак парковки? Нюанс. Их здание, да, лежит, а дальше тротуар, отделенный от проезжей части газоном, бордюром. Давайте они документы вынесут. Давайте, попросите. Протокол выписывайте, они пусть приносят на группу разбора. А вот едет по тротуару. Это тротуар, нарушение. А где есть главный?
А вон они главные стоят, вон они. Зовите главного. Мы-то их не оставим. Мы их не зовем. Ну это же вам интересно. Они скрываются, скрываются. Товарищ сержант, принимайте меры, нарушитель скрывается. Товарищ сержант. При обращении гражданина к сотруднику полиции, сотрудник полиции должен обязан назвать свое звание, должность, фамилию. Уважаемый сержант, я к вам обращаюсь. Сейчас будет оставлена жалоба сотрудника полиции. Представьтесь, пожалуйста. Сержант, представься. Вот так вот, граждане. Я указывал на правонарушение, вы не пресекли правонарушение. Почему вы так поступили, сержант? Вы не собираетесь со мной ждать, сейчас ответственного для кого-то не будет? Не надо? Ну как это? Вы что, не сотрудник полиции? Не берем вопрос, приехал. Сержант, в какой форме представляешься? Ну зачем тебе это нужно? Уволятся. Фамилия, имя, отчество, сержант. Что у нас сейчас, подожди. Привлекай водителя автомобиля к ответственности на тротуаре, парковка и движение по тротуару. Пресекай нарушение. Отказываешься? Исполнять долг отказываешься твой? Смотри, по остановке едет, сержант. Вот, смотри. Смотри. Смотрите. Можете присесть? Нарушение. Лейтенант. Так вы выйдете из машины-то, товарищ сержант. Да все, отходим. Палочку. Законное требование. Неподчинение сотруднику полиции 19.3. Вас учить нужно. Бездействовать будете, товарищ? Я выясняю. А что выяснять-то? Ну, пускай. Пусть он выяснит. Откройте кадастровую карту города Санкт-Петербург. У меня нету кадастровой карты. Зато у меня есть на мобильном телефоне, она в общем доступе находится. Смотрите. Вот она. В пунктирном линии красная, то есть тротуар обозначен. Не, ну если это проезжая часть, то как это улица называется? А где тогда людям ходить, пешеходам? В проезжей части? Можно я выйду на проезжую часть? Похожу там. У них парковочные места вот они, вот здесь должны быть. Только они самоуправством решили заняться. Здание идет кадастровая линия, где их территория находится. А дальше они тротуар захватили, просто разметку нарисовали и паркуют. Где нам безопасно ходить, если не здесь? Фиксируем, товарищ лейтенант. Фиксируем, не снимаем. Вот, я не знаю, как это относится. Я фотки скинул там. Это тротуар! Это тротуар! Отъезжайте! Дайте я пройду! Я пройти хочу! Знак парковки, где вы увидели здесь? Разметка на вон, может, на здании еще есть. Может, на здание припаркуетесь? Знак парковки где-нибудь здесь видите? Вы не провоцируете никого. А на что? Правонарушение сейчас на ваших глазах происходит. На что? Я прошу вас привлечь водителя к ответственности. Водитель автомобиля Audi с госномером B144098 за непропуск пешехода, движение и парковку на тротуаре. Я на тротуаре, наедешь на меня, пожалеешь, понял? Мне машину надо попасть. Мне машину, я могу попасть. Дверь не попробую. Ну что, вот воспрепятствует законной деятельности полицейского. 19.3 в отдел его.